Дорогие друзья, доброе утро. Мы начинаем наш долгожданный вебинар по построению отделов продаж. Меня зовут Юрий Николаев, и я директор по продажам компании 1С Bittrex. Напомню, что Level Up – это серия вебинаров, достаточно простых и понятных по содержанию, о том, каким образом вам в вашем бизнесе может помочь такой продукт, как Bittrex24, такая полезная программа, как CRM. Ну, впрочем, давайте я не буду, наверное, делать длинные вступления, а мы с вами для начала проверим, работает ли у нас все в нашем вебинаре. Друзья, если вы сейчас и видите, и слышите вебинар, меня лично, напишите, пожалуйста, в чате, что видно, слышно. Проводим небольшую такую проверку нашего оборудования. Вот. У нас сейчас будут появляться от вас комментарии, которые подтвердят мне, что все видно и слышно. Замечательно, комментарии подтверждены. Напомню, что прямо во время вебинара мы предполагаем интерактивное общение. То есть, безусловно, я буду много рассказывать и показывать, но, конечно же, я буду ждать и вопросы от вас. Отвечать на вопросы я буду в конце вебинара, примерно через 40-50 минут с момента его начала. Но вопросы вы можете задавать уже сейчас. И вот на этом слайде вы видите, где, собственно, можно задавать вопросы. Конечно же, в чате. Если вдруг по каким-то причинам кто-то из вас сейчас не слышит меня, не проблема, можно переподключиться. И я отвечу на один из самых часто задаваемых вопросов. Будет ли доступна потом запись вебинара? Безусловно, запись будет. Но я рекомендую вам оставаться с нами весь вебинар, потому что вы увидите многие вещи своими глазами и сможете сразу задать интересующие вас вопросы. А я постараюсь на них ответить. Итак, вступление закончено, и мы поговорим о том, как построить сильный отдел продаж. Лично я занимаюсь построением отделов продаж уже, наверное, последние, ну, больше 20 лет. Где-то так с 98 года, получается 21 год. И в разное время у меня были разные команды продавцов, были небольшие отделы продаж на несколько человек, и были гигантские команды телемаркетинга, где под моим руководством работало, ну, порядка, наверное, 17 или 18 разных офисов в разных странах, разных городах, и суммарно это были сотни продавцов. Есть вещи, которыми я хотел бы поделиться. То есть в тот период, когда я, например, был непосредственно руководителем отделов продаж или когда работал с руководителями отделов продаж, подчиненными мне, были вот явные боли, которые мешали работать руководителям отделов продаж. Я хотел бы перечислить некоторые из них. Ну, во-первых, когда компания, например, работала без CRM или только начинала внедрять CRM, достаточно сложная история была в том, чтобы понять, кто что может видеть. Потому что если компания маленькая, очень часто продавцы видят вообще всю историю всех продаж. И для владельца бизнеса или для руководителя это может быть опасно. Особенно опасно это становится тогда, когда эту историю можно не только увидеть, но и просто взять и унести с собой. Наверняка вы слышали много примеров о том, как менеджер по продажам стащил клиентскую базу, ушел к конкурентам или открыл свой бизнес и очень сильно навредил своей прошлой компании. И эта проблема решается, я покажу каким образом. Следующая проблема – это непрозрачность продаж. То есть вроде бы переговоры идут, вроде бы менеджеры не сидят сложа руки, но абсолютно непонятно, когда же наконец-то будут продажи. То есть клиент, он все-таки горячий, теплый или холодный? Он купит завтра или он купит через месяц, или, может быть, он вообще не купит никогда. То есть руководителю очень важно перед глазами иметь эту информацию наглядно, а не просто слушать со слов продавца. Бывает еще достаточно такая неприятная проблема, когда продавцам помимо переговоров, помимо продаж, приходится делать кучу рутинной работы. Выписывать счета, лично фиксировать где-нибудь в Excel-ке или в Google Docs'е все факты своих поездок или переговоров. Или делать много вот такой вот другой работы, которая просто отнимает время у менеджера, когда он мог бы продавать. И в конце концов, руководители отделов продаж становятся иногда заложниками сильных менеджеров. Ну потому что есть, знаете, некое тайное знание. Вот какие-то сильные продавцы, они фактически выступают в роли таких спасителей компании, потому что они знают что-то о своих клиентах, о методологии продаж, чего, возможно, не знают ни их коллеги, никто. И не дай бог этому сильному менеджеру по продажам уйти. А мы же понимаем, что менеджер по продажам может не только уйти в принципе из бизнеса, он может уйти в отпуск, он может уйти, там, не дай бог, в запой, или, например,
он или она могут уйти в декрет, и компания лишается того самого спасителя. То есть очень сильно влияет конкретный человеческий фактор. Но возникает вопрос, как же его нивелировать? Давайте мы об этом поговорим. То есть я уже описал, какие проблемы бывают. То есть менеджеры могут просто встать и уйти в клиентскую базу. Человеческий фактор может быть как в плюс, так и в минус. То есть менеджер может просто забыть перезвонить какому-то клиенту, упустить какую-то важную задачу. Или заниматься исключительно рутиной и не выполнять самые главные задачи по продажам. А когда задач становится больше, компании приходится нанимать больше продавцов, расширять штат, потому что продавать-то они не успевают. Им приходится все время там какие-нибудь формулярчики заполнять или отчеты. А если они их не заполняют, руководитель может не понимать, что происходит. И в итоге вообще возникает вопрос, за что мы им платим, не очевиден результат, непонятно, кто из клиентов на какой стадии воронки продаж находится, или вообще нет воронки продаж компании. И вот давайте посмотрим о том, как все это можно решить с помощью такого полезного инструмента, как CRM. На самом деле CRM нужна и для менеджера отдела продаж, и для руководителя отдела продаж. Потому что менеджеру отдела продаж она поможет, во-первых, очень четко фиксировать все этапы взаимодействия с клиентом и делать нужные действия вовремя, а во-вторых, автоматизировать ту самую рутину, о которой я говорил пару минут назад. Банально, например, снять с себя головную боль по выписке счетов и отправке их клиенту. Да, за менеджера это сможет делать CRM, я даже покажу, каким образом. Руководителю отдела продаж CRM поможет управлять работой отдела продаж. И вот тогда он, отдел продаж, будет по-настоящему сильным. Потому что руководитель будет очень прозрачно и наглядно видеть, что происходит в отделе продаж, кто из менеджера работает эффективно, а кто нет. На каких этапах воронки продаж компания теряет своих клиентов и как сделать так, чтобы они все-таки доходили до конца этой воронки и покупали. Ну, давайте посмотрим. Я покажу несколько вещей, как CRM помогает в работе. Я покажу, как настроить воронку продаж и как ее автоматизировать. Покажу, как CRM подсказывает менеджеру, что нужно делать. Покажу, как разграничивать права доступа менеджеров к клиентской базе, чтобы они не могли просто взять и утащить вот этот вот замечательный, драгоценный Excel-евский файл или отправить его себе по электронной почте. И немножко покажу, какие отчеты CRM может формировать для руководителя и даже для сотрудника. И давайте начнем, наверное, с того, что чаще всего болит у многих компаний, которые ведут свои продажи в Excel или в Google Docs или на бумаге. То есть, как сделать так, чтобы не было ситуации, при которой все видят все? Да, безусловно, в Excel тоже можно попробовать разграничивать права, но на самом деле, ну, по опыту даже, когда у меня были отделы продаж, пытавшиеся работать в Excel, получается все достаточно плохо. CRM помогает в этом гораздо лучше. Я перейду сейчас в интерфейс Bittrex24 CRM и покажу, каким образом вы можете для разных людей, например, менеджеров, руководителей, администраторов, разграничить права доступа. Делается это достаточно просто. Мы заходим в настройки CRM и выбираем пункт, который так и называется – права. Вот. Доступ к этому пункту, конечно же, есть только у руководителей или администраторов CRM. То есть менеджер по продажам туда просто так попасть не сможет. Доступ туда есть только у человека, наделенного соответствующим администраторским статусом. И эти права могут настраиваться как на отдельных сотрудников. Посмотрите, вы видите, у нас тут есть отдельные права для Екатерины Шеленковой, Олега Строкатова, Юрия Волошина, так и, например, для отделов. То есть обратите внимание, у нас есть права для отдела сервиса, права для отдела рекламы или даже для каких-то групп пользователей. Например, у нас есть группа администраторы, и для них есть свои права. Но давайте я вам покажу, как это делается. Давайте мы добавим для начала право доступа кому-нибудь из наших сотрудников. Мы зайдем в пользователей и возьмем, скажем, Наталью Грихину. У нас работает Наталья Грихина, и мы хотим добавить ей индивидуальные права. Мы видим, что у нас уже есть права, которые называются менеджер или менеджер VIP. Предполагаем, что Наталья у нас менеджер VIP, поэтому вот прям и выделим эту роль. И давайте же зайдем посмотрим, а что может у нас делать менеджер VIP. Обратите внимание, когда мы перешли в настройки прав доступа, мы видим права доступа ко всем контактам, которые есть в CRM, ко всем компаниям, то есть юридическим лицам, в которых может быть несколько контактов, и к разным сделкам, лидам, которые есть в CRM.
Причем сделки здесь уже разграничены на разные воронки продаж. И через несколько минут я покажу, как эти воронки продаж можно настраивать, добавлять и корректировать. Но давайте мы для начала поработаем с готовыми. Допустим, мы хотим, чтобы менеджер VIP работал у нас самым популярным или самым дорогостоящим направлением нашей компании. И это будет, к примеру, мебель на заказ. Мы добавляем Наталье Грихиной соответствующие права к сделкам, которые находятся в направлении мебель на заказ. Может ли она читать все сделки, которые находятся в этом направлении? Да, мы предполагаем, что ей как VIP-менеджеру нужен будет доступ к абсолютно ко всем. Может ли она добавлять новые сделки? Да, безусловно. А вот следующие пункты очень важные. Может ли наш менеджер, к примеру, вносить изменения во все сделки? И вот тут мы уже не очень сильно этого хотим. Мы ставим права на то, чтобы менеджер мог редактировать только свои сделки. Обратите внимание, у нас есть выбор: свои, или свои плюс своего отдела, или все открытые, или вообще все. Мы выбрали свои. Может ли наш менеджер удалять сделки из этого направления? Давайте мы не будем предоставлять ему такую возможность. Пусть это право будет только у руководителя отдела продаж. Может ли, и вот тут мы подошли к самому интересному пункту, менеджер экспортировать сделки из CRM? Просто взять и выгрузить все в тот самый злополучный Excel-евский файлик. Мы оставляем нет доступа ни на экспорт, ни на импорт. То есть он не сможет ни залить какую-то новую базу в эту воронку продаж в CRM, ни экспортировать туда. Но мы дадим этому менеджеру, поскольку он менеджер VIP, возможность редактировать роботов. Что такое роботы, я тоже расскажу в этом вебинаре. И это очень интересная история про автоматизацию воронки. Итак, мы предполагаем, что наш менеджер VIP будет работать с направлением мебель на заказ. Мы сохраняем эту роль. Вот, и теперь, поскольку роль изменилась, нам снова нужно добавить, потому что я не сохранил вот здесь вот настройки, я снова сохраняю Наталье, менеджер VIP. На самом деле можно было вначале сохранить роль, а потом уже ее отредактировать. В результате у нас новый сотрудник получил новые права. Что сделать, если у нас вдруг появится новое направление, что я покажу через пару минут? То есть, допустим, наша компания решила заниматься каким-то новым видом бизнеса. Мы сможем добавить новую роль. Мы назовем ее, например, менеджер по работе с мебелью из Икеи. Почему с мебелью из Икеи, спросите меня вы? Ну, на самом деле это станет понятно тоже через несколько минут. И вот в этой роли мы отредактируем так, как нам нужно, доступ, например, к контактам. То есть менеджер сможет видеть свои контакты и компании, сможет вносить изменения в них, но точно так же не сможет ни удалять, ни экспортировать, ни импортировать. Мы считаем, что клиентская база – это собственность компании, а не конкретного менеджера. И потом, когда мы добавим это самое направление, сможет с ним работать. Я не буду показывать сейчас все это очень подробно. Я думаю, более-менее понятно, что современная CRM дает достаточно богатый инструментарий для того, чтобы разным менеджерам или отделам, или группам сотрудников настроить разные права доступа. И у кого-то, кто зайдет в CRM, будут доступны только его сделки, переговоры с теми клиентами, которые он осуществляет. У руководителя отдела продаж будут доступны, например, все сделки, но он не сможет тоже экспортировать клиентскую базу. А, допустим, владелец компании или ее директор сможет делать абсолютно все. Итак, я несколько раз уже говорил о том, что в CRM есть воронки продаж или направления сделок. И мы с вами даже увидели, когда настраивали права для Натальи Грихиной, что у нас там есть несколько сделок. Готовая мебель или мебель для заказ, или вот я на ходу придумал мебель из Икеи. Давайте посмотрим, что же такое у нас воронка продаж. Смотрите, воронка продаж – это простая последовательность стадий, которую наша сделка проходит во время работы менеджеров. То есть, например, это может быть знакомство с клиентом, выявление его потребностей, переговоры, выставление клиенту коммерческого предложения, выставление счета на оплату, получение предоплаты, отгрузка. Вы видите, я перечислил сейчас одни из самых, наверное, популярных стадий работы в B2B. В B2C они, возможно, будут немножко другие. Воронка продаж, она именно так и выглядит в виде воронки, потому что в начале, на самом старте, в ней будет чуть больше сделок. Это все те, с кем начали работать наши продавцы. На выходе, в финале, там будут те, с кем продавцы успешно закончили работу.
То есть мы увидим из 100 клиентов, которые пришли в нашу компанию на переговоры или обратились с какой-то заявкой, или к которым наши менеджеры дошли ногами, сколько же из них в итоге купило? Может 7, и тогда конверсия воронки продаж составит 7%. Может 37, и это выглядит намного интереснее. Давайте посмотрим, как это работает. Может ли бизнесу быть всего нужна одна воронка, всего одна воронка продаж? Да, есть много видов бизнеса, у которых в принципе можно построить работу отдела продаж в виде линейной воронки. Это может быть, к примеру, организация разных ивентов или мероприятий, или продажа каких-нибудь онлайн-курсов, консультаций, или, может быть, пошив одежды, или продажа туристических путевок, недвижимость. То есть предполагается, что эти клиенты, они покупают, например, какой-нибудь товар или услугу один раз, и очень важно провести их правильно по этим этапам воронки продаж. Но часто бывает такое, что в этих же или в других бизнесах после первой покупки взаимодействие менеджеров с клиентами не прекращается. И начинается либо процесс апселла, либо повторных продаж, либо сервиса. И если это производственная компания или компания, которая осуществляет не только продажу, но и, скажем, установку какого-нибудь оборудования или гарантийное обслуживание, или сервисы доставки, работа с электроникой, очень часто им лучше вести работу с клиентами в нескольких параллельно существующих воронках продаж. То есть давайте мы с вами посмотрим, как это работает в CRM. Я снова перейду в нашу CRM, зайду в режим настройки, и у нас есть с вами вот такой вот, с чего начать, пункт направления сделок. Воронка продаж в CRM так и называется направление. Направление разных сделок. Когда мы зайдем в этот пункт, мы увидим, что в нашей CRM, это, конечно же, тестовая CRM, и это выдуманная компания, которая занимается одновременно многими очень, ну, такими разнопрофильными бизнесами. Вы видите, есть и готовая мебель, и мебель на заказ, и туризм, и кондитерская, и многое-многое другое. Давайте для начала попробуем отредактировать какое-нибудь существующее направление. К примеру, туризм. То есть мы можем сразу войти в это направление, и мы видим, что эта воронка представляет из себя определенную последовательность стадий, в котором есть финальная выигрышная стадия, сделка успешна, человек купил путевку. Давайте мы ее так и переименуем. Купил путевку. Может быть, мы ее решим назвать «съездил в тур». Это как бы наше дело. А может быть и проигранные стадии, когда человек в итоге не купил. И мы видим, что таких стадий может быть несколько. Это тоже очень удобно для руководителя, чтобы анализировать потом, а почему же клиенты не покупают? Ведь причины бывают разные. Мы видим, у нас есть здесь несколько стадий. Мы можем добавить еще одну. Например, клиент-мошенник. Ну, то есть пришел к нам такой якобы клиент, хотел купить путевку чужой кредитной карточкой. И понятно, что мы такому клиенту продавать не будем. Или давайте добавим... проигрышную стадию, туроператор разорился. То есть мы собирались продать клиенту путевку какого-нибудь вымышленного туроператора, ну, не вымышленного, а настоящего, и прямо перед подписанием сделки туроператор разорился. И, конечно же, клиент отказался от покупки. Вины менеджера в этом нет, но сделка будет проиграна. И мы перенесем сделку на эту стадию. Чуть позже я опять же покажу. А вот, собственно, промежуточные стадии, как они выглядят. То есть мы получили какую-то новую заявку на тур, и дальше сделку берут в работу. Возможно, сразу заключают договор, а возможно, с клиентом нужно еще побеседовать. Например, перезвонить, там, внести предоплату, подготовить документу, там, заполнить форму, отправить документы клиенту. Давайте мы вот здесь вот вместо «заполнили форму» сделаем «тур подтвержден». Вот, у нас изменилось название стадии, но стадия осталась одна и та же. Мы можем добавить какую-нибудь стадию, например, после того, как клиент у нас... Мы поблагодарили их за покупку. Узнать отзыв о туре. То есть вот у нас появилась такая некая промежуточная стадия. Для чего все это нужно? Давайте мы перейдем сейчас в наши сделки. А, собственно, да, я же не сделал важное дело, я не сохранил все изменения, которые мы внесли. Давайте мы перейдем сейчас в наши сделки в CRM. И если вы помните, мы работали с направлением туризм. Давайте мы сейчас зайдем в это направление туризм. И вот мы видим то самое направление сделок туризм или нашу воронку продаж в виде последовательности стадий. И на каждой стадии у нас есть какие-то сделки. Мы видим, что у нас сейчас в работе сделок на 270 тысяч рублей.
мы видим, что договоров с клиентами заключено уже примерно на 1 000 000 рублей. А двум клиентам, от которых мы в перспективе можем получить 280 тысяч рублей, нам нужно перезвонить. Мы видим, что у нас есть одна предоплата, мы видим, что две какие-то стадии находятся на этапе подготовки документов. Вот наша стадия «Тур подтвержден», которую мы переименовали. Вот 45 клиентов, которых нам нужно поблагодарить за покупку, которые покупку уже осуществили. Мы можем по фильтру добавить сюда и выигрышные стадии, которые по умолчанию не показываются. И мы видим, что у нас на данный момент в нашей активной воронке продаж всего два клиента уже точно купили путевку. Например, это клиент Натальи Грихины и клиент Филипп Соловьев. Ну, давайте попробуем. Вот мы возьмем какую-то сделку. Допустим, эту сделку у нас ведет как раз Наталья Грихина, наш VIP-менеджер. И у нее есть клиент, который тоже по счастливому стечению обстоятельств зовут Наталья. Сумма сделки 430 тысяч рублей. Сделка находится на этапе подготовки документов. И как только Наталья подтвердит тур, все, что нужно будет сделать, это просто перевести сделку на следующую стадию. Вы видите сделку? Мы просто нажали один клик мышки, сделка перешла на стадию «Тур подтвержден». Давайте перенесемся во времени и предположим, что Наталья моментально подготовила документы. А как у нее это могло получиться за короткое время? Ей могла помочь CRM с помощью роботов. И это я тоже покажу. Наталья сразу отправила клиенту документы. Сделка перенеслась на следующую стадию. И после того, как тур уже подтвержден, клиенту отправлены документы, предоплату уже получили, согласно нашему регламенту работы в CRM, менеджер имеет полное право завершить сделку. И в данном случае у нас клиент купил путевку, предоплату мы уже получили, тур клиенту подтвержден, документы клиенту мы отправили, мы нажимаем «Купил путевку». Что произойдет сейчас в нашей воронке продаж? Мы вернемся обратно, и мы видим, что у нас уже не две, а три выигранных сделки на сумму уже 870 тысяч рублей. То есть, смотрите, простая последовательность действий, и при этом руководитель, а в данном случае у меня права руководителя, очень четко видит, что же происходит с CRM. А может ли менеджер взять и начать сам выигрывать сделки без реального факта продажи? Ну, в теории-то мог бы, но на практике мы с вами, как руководители, естественно, этого не позволим. И мы можем в нашем направлении сделок настроить такую историю, как обязательные поля. Это будет темой нашего другого вебинара, пока я просто на словах расскажу. То есть, к примеру, на этапе предоплата мы должны поставить в это обязательное поле, к примеру, номер платежки. Или подложить файл с квитанцией об оплате. И только после того, как это поле заполнено, сделку можно переносить на этап предоплата. А с этапа предоплата переносить, например, на выигрышную стадию. Я надеюсь, тут более-менее понятно. Мы показали, каким образом мы с вами можем настраивать права доступа менеджеров в CRM. Каким образом мы можем настраивать направление сделок. И давайте же я все-таки, наверное, покажу, как добавить новое направление. Поскольку мы настраивали Наталье права на направление мебель из IKEA, или, по крайней мере, назвали так роль этого менеджера, но такого направления у нас еще нет. Давайте представим, что наша компания решила привозить мебель из IKEA. А IKEA от нашего города, к примеру, находится очень далеко. Клиентам самим ездить туда неудобно, но на заказ они эту мебель готовы с радостью покупать. Мы вот это поле сортировка просто поставим это направление сейчас первым. То есть в данном случае мы можем задать, в какой последовательности в CRM должны отображаться эти направления. Итак, значит, мы редактируем теперь стадии. То есть, конечно же, здесь будет немножко другая. Значит, первое мы назовем «Пришла заявка». Вторую мы назовем, к примеру, «Выбор из каталога». Третью – «Счет на предоплату». Четвертое – «Получена предоплата». И пятое, скажем, «Мебель отгружена». И нашей успешной выигрышной стадии будет «Клиент получил заказ». Точно так же мы можем настроить названия и для проигранных стадий. Мы можем задать их несколько. Выигранная стадия в CRM бывает в каждой воронке только одна. А вот проигранных может быть хоть 10, в общем, на ваше усмотрение. Мы сохраняем это направление. У нас появилось в нашей CRM новое направление сделок. И теперь вот здесь в сделках я могу найти. Мы видим, у нас есть мебель из IKEA.
Конечно, когда я перейду сюда, у нас еще не будет ни одной сделки. Они начнут появляться тогда, когда к нашей CRM подключены разные каналы коммуникаций, откуда появляются сделки. Или менеджер может быстро добавлять эти сделки вручную, например, вот таким образом. Но это уже немножко другая история. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим теперь, как нам автоматизировать нашу CRM. Мы выявили одну из болей руководителя отдела продаж, что менеджеры отвлекаются на рутинные задачи вместо того, чтобы продавать. Бывает так? Бывает. Менеджеры бегают в бухгалтерию и просят: выставьте, пожалуйста, счет. Клиент готов платить. Бухгалтер говорит: у меня квартальный отчет, не трогай меня, приходи через 2 часа. 2 часа клиент ждет счета, который мог бы оплатить моментально. Или менеджеру приходится заполнять какие-то отчеты, формуляры. В общем, заниматься не тем, чем надо. Давайте посмотрим, как автоматизация может нам помочь. Если помните, когда я показывал настройку прав доступа в CRM, я уже упомянул роботов. И роботы в CRM – это не, знаете, устройство с руками манипулятора, которые вот так вот движутся странно. Нет, это программы. Эти программы помогают CRM самостоятельно связываться с сотрудником. И можно отправить вашему будущему или действующему клиенту, к примеру, смс-ку с подтверждением заказа или о том, что документы поступили, или предоплата пришла, или тур готов, придумайте любую другую причину для смс. Письмо по электронной почте, сообщение в социальной сети или мессенджеры, или даже оставить автозвонок. А менеджеру по продажам CRM назначит правильные действия, которые нужно сейчас совершить. Позвонить клиенту, назначить с ним встречу, подготовить к нему документы, отправить готовые документы на тур и многое-многое другое. Что происходит, если вы используете робота в CRM? Рутина автоматизируется, потому что CRM будет за менеджера делать те действия, которые раньше ему приходилось делать руками. Менеджер выпьет в этот момент чашку кофе и пойдет дальше продавать новым клиентам. И при этом CRM будет напоминать менеджерам, что им нужно сделать в текущий момент времени. И они не забудут ни одного важного звонка, ни одной важной встречи, смогут ответить всем клиентам. Давайте мы попробуем автоматизировать работу наших менеджеров. Что нам для этого нужно? Мы находимся в CRM, в сделках. Мы заходим, вот нажимаем «Роботы». И мы видим разные направления. Первое, которое мы видим, это наше новенькое направление «Мебель из IKEA». Давайте его сразу автоматизируем. Настроить роботов очень легко. Мы просто добавляем роботов. Давайте для начала, как только нам будет приходить заявка на мебель из IKEA, мы будем назначать ответственного менеджера. Итак, мы выбираем, здесь вы видите очень большое количество менеджеров. Вот такой вот, значит, робот «Сменить ответственного». Выполняться это условие будет сразу. Новым ответственным за это направление мы по умолчанию ставим Наталью Грихину. Она наш VIP-менеджер. Вот. Мы можем даже поставить, от чьего имени эта сделка будет меняться, например, от руководителя, но это не так уж и важно. Итак, как только у нас появится новая заявка на мебель из IKEA, ответственность за эту заявку сразу придет Наталье Грихиной. Но недостаточно просто получить статус ответственного, нужно же что-то делать. Давайте мы поставим Наталье задачу запланировать звонок клиенту. Мы напишем «позвонить и узнать подробности». Давайте мы будем выполнять через 5 минут после того, как Наталья получает эту заявку, чтобы у нее было достаточно времени подготовиться. И напишем ей небольшую инструкцию. Нужно узнать, какая мебель интересует. И есть ли у клиента каталог IKEA. Конечно же, если у нас опытный менеджер, в общем-то, не нужно ему прям ничего делать. Дата начала ставим сегодня. Ну, то есть, начиная с, к примеру, 12:00, Наталья будет получать все уведомления. Мы предполагаем, что до этого времени она занималась, к примеру, прошлыми. Кто должен быть ответственным по этому звонку? Мы даже не выбираем здесь Наталью Грихину, мы оставляем «ответственный». И при этом мы ставим такую галочку «автоматически завершить дело при переходе в другой статус». То есть мы предполагаем, что когда Наталья перезвонит, сделка будет уже дальше перемещаться. Сохраняем этого робота. Давайте представим себе ситуацию. Наталья любит пить кофе. Ей пришло из CRM-уведомление, нужно перезвонить такому-то сотруднику. Но Наталья так любит кофе, что она задержалась на кухне на лишний час. И клиент оставил заявку, 5 минут прошло. 10 минут прошло, ему никто не звонит.
давайте мы поставим еще одного робота, который называется контроль. И, к примеру, если в течение 15 минут, после того, как Наталья получила эту заявку, Наталья не перезвонила, мы ставим робота, который будет отправлять уведомление уже руководителю Натальи, и руководитель будет получать напоминание. В данном случае, мы видите, у нас есть руководитель, ну давайте Наталье тоже будем отправлять такое сообщение. То есть Наталья будет знать, что есть сильное внимание к каждому новому клиенту, и если за 15 минут она ему не перезвонит, то, возможно, получит втык от руководителя, и она будет получать вот эти дополнительные уведомления. Как мы еще можем автоматизировать? Помните, я говорил, что CRM самостоятельно может отправлять какие-то готовые уведомления. Давайте мы автоматизируем стадию «Счет на оплату». Мы будем отправлять клиенту, во-первых, готовый документ. Давайте, вот здесь вот у нас есть очень такое хорошее создание документа CRM. То есть мы выбираем робота создания документа CRM, значит, выбираем шаблон, счет, фактура. Вот. Если нужно, добавляем из CRM какие-то конкретные поля, ну, например, сумма без налога, сумма с налогом. Вы видите, полей у нас очень-очень много. В данном случае давайте не будем как бы ничего такого особенного делать. И как только Наталья получила информацию, какой клиенту, или другой менеджер, не так важно, какой клиент выбрал товар из каталога IKEA, она переведет сделку на стадию «Счет на предоплату», и тогда клиент сразу получит у нас этот счет. CRM создаст этот счет, и после этого давайте мы с вами добавим для связи с клиентом, скажем, письмо. То есть клиент по электронной почте получит, мы выберем, что у нас нужно. Ну, в данном случае здесь можно добавить счет-фактуру. Вот, и клиент будет получать ваш счет на оплату, готов. При этом письмо может быть персонализированное. То есть мы здесь пишем не просто «уважаемый клиент», а мы добавляем сразу из CRM, например, у нас, скорее всего, будет контакт клиента, и мы добавляем имя. И если у нас есть, к примеру, фамилия, мы точно так же добавляем фамилия. Я думаю, что в отдельном вебинаре про настройку email сообщений мы можем показать подробнее, как это работает. Но по факту клиент, мы пишем текст электронного сообщения или, к примеру, вставляем HTML шаблон, чтобы текст был красивый. Туда же будет добавлен наш счет на оплату. Здесь мы выбираем, от кого будут приходить у нас эти сообщения. Вот. И сразу же, как только CRM сформировала счет на оплату, после этого клиент получит письмо с вложенным счетом. И кроме этого, мы можем настроить в данной воронке еще огромное количество роботов. Что произойдет после того, как мы все это автоматизируем? Роботы начнут работать. Но если бы я был Натальей Грихиной, к примеру, когда я сейчас добавил бы сюда какую-то новую сделку, то есть я добавил бы какой-нибудь контакт, скажем, вот у нас есть Анатолий, который хочет... Возможно, на 50 тысяч, на 500 тысяч рублей. Хочу красивый диван. У нас в CRM появилась новая сделка. Что произойдет дальше? Давайте мы зайдем в сделку. То есть мы видим, что сразу у нас стала ответственной Наталья Грихиной. И если мы были бы Натальей, мы зашли бы сейчас в CRM, и у нас появилось бы уведомление, что Наталья, появилась новая сделка, и появилось бы новое дело для Натальи – совершить клиенту звонок. Если пройдет 15 минут, и Наталья этот звонок не совершит, то уже мне, как руководителю, придет уведомление. Скорее всего, что прямо по ходу нашего вебинара, когда я буду отвечать на вопросы, вы это уведомление увидите. Ну что ж, мы с вами разобрались с тем, что у разных менеджеров могут быть разные права доступа к CRM. Мы разобрались, что у компании может быть в CRM спланирована и спроектирована воронка продаж в виде одного или нескольких направлений сделок. Мы с вами посмотрели, как мы можем автоматизировать эти направления. Но ведь вебинар называется «Построение сильного отдела продаж». И невозможно построить по-настоящему сильный отдел продаж, если мы не понимаем в итоге его результатов. А результаты мы тоже хотим видеть прямо в CRM. То есть мы хотим видеть отчеты. И CRM
позволяет формировать отчеты как для менеджеров по продажам, так и для руководителя отдела продаж. Давайте мы с вами посмотрим, как это работает. Я перейду снова в CRM, в раздел «Аналитика». Буквально вчера, дорогие друзья, в этом разделе появились те отчеты, которые раньше для многих менеджеров или руководителей жили просто в разных направлениях сделок. И мы зайдем, скажем, вот в этот самый раздел «Мои отчеты», там многое очень можем увидеть. Но для начала давайте посмотрим общее. К примеру, вот наша воронка продаж. Обратите внимание, я выбрал здесь направление сделок «Готовая мебель». То есть я могу выбрать любое другое направление, скажем, тот самый туризм, и выбрать отчетный период, который нас интересует. Давайте посмотрим, ну, например, последние 90 дней. Я сохраняю параметры фильтра, и вот наша воронка продаж. Мы видим, что на первой стадии у нас было 66 сделок, и мы могли получить 2 миллиона 717 тысяч рублей. Что же мы имеем на выходе? На выходе мы имеем лишь одного клиента, который за эти 90 дней купил путевку на сумму 430 тысяч рублей. А конверсия нашей воронки продаж очень небольшая, всего лишь 1.5%. Мы заработали не 2 миллиона 717 тысяч рублей, а 430 тысяч рублей. И вот наши менеджеры, обратите внимание, какое количество сделок было у каждого из них. И мы видим, что только Наталья Грихиной, на которой, кстати, было больше всего сделок, она смогла получить, продать вот ту самую одну путевку на 430 тысяч рублей. Что ж, это не выглядит оптимистично. Нам точно, как руководителю, нужно что-то сделать, чтобы наши менеджеры начали работать эффективно. Мы видим, что в среднем мы обслуживаем клиента 50 дней. И, наверное, это очень долго. Возможно, мы можем как-то ускорить этот процесс. Может быть, с помощью той же автоматизации. А что, если мы перейдем в направление, скажем, готовая мебель? Давайте посмотрим, как там обстояли у нас дела за последние 90 дней. Вау! И тут-то все гораздо интереснее. Да, безусловно, среднее время сделки здесь дольше, потому что невозможно подготовить мебель так же быстро, создать и продать, как мы можем продать турпутевку. Но смотрите, сделок у нас здесь было намного меньше, то есть 48, да, на сумму примерно 830 тысяч рублей. Однако на выходе почти 15% из них за последние 90 дней завершены успешно. Мы имеем 7 выигранных сделок на сумму 589 700 рублей. И это уже вполне неплохой результат. Что ж, давайте посмотрим. Наталья Грихина, очевидно, была занята у нас направлением «Готовая мебель» или готовилась принимать заказы из Икеи. Поэтому у нее было 4 сделки, но ни одну из них там даже не удалось квалифицировать, ни одна из них не была завершена успешно. Однако мы видим целый ряд успешно работавших менеджеров. К примеру, Максим Сидоренко, у него была 21 сделка в работе, и он смог сделать одну продажу. А Дмитрий Филаткин, у которого меньшее количество сделок было в работе, 13, смог сделать 3 продажи. И в итоге принес нам 312 тысяч рублей. К примеру, Виталий Артемьев принес 12 тысяч рублей. Но, в общем, мы видим все очень наглядно и четко. Это то, как видит, к примеру, воронку продаж руководитель. Здесь есть большое количество других отчетов, я не буду показывать прям абсолютно все. Давайте я покажу, как может видеть воронку продаж немножко по-другому, как руководитель, так и менеджер. Ну, к примеру, нас интересует, как обстояли дела, скажем, в текущем месяце. И сейчас перед глазами мы видим наши стандартные отчеты, которые можно очень легко отредактировать. И мы видим, что у нас вот так вот, как я и говорил, конусообразно выглядит наша воронка. Давайте мы немножко настроим. Значит, мы выберем направление, скажем, готовая мебель. Выбираем готовая мебель, отчетный период по фильтру. Отчетный период у нас уже задан, текущий месяц. И у нас направление перестроится. Мы видим, что у нас 9 сделок проходило стадию уточнения информации, 1 предложение и 1 переговоры в процессе. Давайте посмотрим здесь. Опять же, выбираем направление. Что нас интересует? Нас интересуют выигранные сделки. Мы выбираем стадию «Сделка заключена», считаем сумму. Мы считаем сделки в работе, сколько у нас было. Потом сколько было выиграно, сохраняем. И здесь нам надо было тоже задать направление. Направление мы выбираем вот здесь, готовая мебель. То есть... И мы видим, что у нас вот те самые 569 700 рублей, которые мы получили,
Общая сумма сделок по компании, скажем, 4 миллиона 600, но конкретно по этому направлению мы получили 569 тысяч. Здесь может быть большое количество отчетов. То есть мы можем добавить сюда отчет. Мы хотим видеть, например, количество звонков, которые осуществляли наши сотрудники. Давайте выберем, ну, пусть будут все активные сделки. Что мы считаем? Мы хотим посчитать. Так, здесь я немножко выберу по-другому. Мы хотим посчитать количество звонков. Направление нас интересует готовая мебель. Вот. И у нас появится новый отчет. В данном случае он, скорее всего, будет пустой, потому что у нас к этой тестовой CRM не подключена телефония. Но здесь мы бы увидели динамику количества звонков, ну, скажем, примерно вот в таком виде, которую делают наши менеджеры. Это может быть абсолютно любое другое. Например, количество встреч, писем. Давайте посмотрим, какое количество дел вообще было у наших менеджеров. Ага, нет, к сожалению, тоже сейчас ничего не показывает, потому что CRM-тестовая работа там особо никакая и не велась. Мы можем посмотреть, какое количество счетов они выставили, какое количество, как я уже сказал, например, встреч провели. То есть много-много интересного. Давайте попробуем сформировать количество дел по общему нашему. Ага, и мы видим, что вот у нас есть Ксения Шевчук, у которой было, например, 40 разных дел. Мы можем потом перейти в аккаунт Ксении Шевчук и посмотреть, что же она делала. Здесь же мы будем видеть в этих отчетах много другой нужной для нас информации о активности менеджеров или о сделках, которые они, к примеру, забыли. Видите, такой отчетик, мы видим одну забытую сделку. Туда можно будет даже перейти при желании и посмотреть, а что же это за забытая сделка. То есть, где же менеджер, например, давайте удалим этот ненужный нам отчет, где же менеджер, например, не сработал. Конструктор отчетов достаточно простой, но им пользовались очень многие наши клиенты раньше. Сейчас, после переноса этого конструктора в CRM-аналитику, можно использовать как его, так и смотреть на достаточно большое количество новых отчетов, которые уже появляются или скоро появятся. К примеру, динамика продаж менеджеров. То есть мы можем выбрать здесь какой-нибудь интересующий нас период, скажем, текущий месяц, ноябрь. Вот. Выберем направление сделок, скажем, готовая мебель, которые мы с вами уже смотрели. И мы увидим динамику продаж. Но в данном случае в готовой мебели наши менеджеры за этот месяц ничего не продали. Давайте посмотрим туризм. Скорее всего, мы увидим там сейчас чуть-чуть другую картину. Нет, почему-то не подтянулся. Честно говоря, не знаю почему. Может быть, я что-то неправильно выбрал в этом отчете. Мы сможем видеть план продаж. К сожалению, из-за того, что отчеты только-только перенесли в это направление, сейчас я не могу его сформировать. Вот. Но здесь можно будет видеть, ставить план продаж на каждого отдельно взятого менеджера, и CRM будет прямо показывать, каким образом менеджер в этом месяце достигает плана продаж или катастрофически отстает от него. И руководитель всегда будет знать, что же ему нужно делать. Итак, CRM хранит в себе все данные о работе сотрудников отдела, помогает автоматизировать рутину, и руководитель всегда знает, что происходит в его отделе продаж. На какой стадии находится какая сделка, каких она требует действий. Давайте мы вернемся сейчас в нашу CRM и просто посмотрим наше направление. Ну, какое возьмем? Давайте возьмем всю ту же готовую мебель, о которой мы много раз сегодня говорили. Мы хотим, чтобы ноябрь закончился успешно. Что мы видим? Мы видим, что у нас сейчас две сделки находятся в стадии переговоры в процессе. Кстати, вот сейчас, пока мы говорили, мне начали приходить уведомления, но это еще не то уведомление, которое я ожидал, не прошло еще 15 минут. И мы можем вмешаться, например, зайти вот в эту конкретную сделку и посмотреть, что у нас нет пока суммы, мы не знаем, на какую сумму собирается клиент заключать сделку. У нас есть клиент без имени Наталья, что же достаточно забавно. Мы можем прямо в CRM написать Дмитрию Филаткину вопрос и спросить, как тут дела? Та часть, которую я рассказал и показал вам про Bittrex24 CRM, это лишь небольшой функциональный блок о том, что же вообще может делать CRM. То есть современная CRM – это очень мощный функционал, который позволяет не только автоматизировать работу отдела продаж, но и подключить многочисленные каналы коммуникации, совершать повторные продажи, делать многое и многое другое. Вот. Перед тем, как начать отвечать на вопросы, хочу сделать для вас даже не один, а два приятных бонуса. Поскольку вы этого заслужили. Первый приятный бонус, друзья, пройдя этот вебинар,
Вы получаете плюс 100 в вашу карму или, как это говорят, скиллы к умению руководителя отдела продаж. Но это не единственный бонус. Друзья, как вы знаете, завтра будет проходить Черная пятница. Мы никогда не заранее не анонсируем какие-то подробные акции, но я настоятельно рекомендую вам завтра с самого утра заглянуть на сайт bittrex24.ru, и вы найдете там очень интересные условия для покупки в Черную пятницу самой современной и популярной в России CRM. Ну и просто напомню, что Bittrex24 это не только CRM, это программа, в которой можно решать огромное количество внутренних коммуникаций в офисе, ставить задачи и контролировать их выполнение, создавать сайты, лендинги и даже интернет-магазины и подключать полноценный контакт-центр к вашей CRM. Итак, друзья, мы подошли к самой интересной части. Я отвечу на ваши вопросы. Давайте сейчас я перейду на страничку, откуда смогу их видеть. Секундочку, мне нужно подключиться к нашему вебинару, поскольку все это время я был в статусе ведущего. Итак, и я буду смотреть, отключаю звук на своем, буду смотреть сейчас на вопросы, которые были заданы. Я постараюсь начать последовательно с самого начала. Итак. Вот людей интересовала аналитика и конверсия отдела продаж. Это можно видеть как в режиме отчетов в разделе аналитика в CRM, так и, собственно, визуально, когда вы строите воронку продаж и, как я уже показывал, видите ее в режиме канбана, так называемого. То есть вы видите, сколько на какой стадии находится сделок. В отчетах, конечно, удобнее. Вопрос, можно ли организовать воронку для холодных звонков? Друзья, безусловно. То есть у вас на первой стадии будет некая общая клиентская база. Например, вы решили обзвонить 1000 человек или 10 тысяч человек. И дальше последовательность. Поставили задачу дозвониться, дозвонились, клиенты заинтересовались и так далее. Итак, про качество комментариев уже вижу. Есть от моего тезки Юрия о том, что не хватает в отчетах, что нельзя сравнивать разные периоды. Например, ноябрь с октябрем, текущие годы и прошлый. Хороший комментарий, друзья, спасибо. У меня будет слайд о том, как можно улучшить функционал нашего продукта. Вы можете присылать свои идеи, которые мы возьмем в работу. Можно ли распечатать отчеты? Слушайте, отличный вопрос. На самом деле, я лично никогда отчеты для себя не печатал, всегда работаю с экрана. Но на самом деле можно, допустим, сделать скриншот и распечатать его. Вот. Тоже достаточно хорошая идея для того, чтобы сохранять отчеты, к примеру, в формате PDF. Где можно взять слайды из вебинара с тезисами? Ну, я надеюсь, что для всех участников вебинара вы получите презентацию и сможете взять нужные для вас слайды. На какой стадии сделки доступно ее редактирование? Спасибо за вопрос. Друзья, это зависит от того, как вы настроите права. То есть на самом деле, в зависимости от прав доступа вашим сотрудникам, вы можете настраивать редактирование не просто в конкретном направлении, а даже в конкретной стадии сделки. Например, на одной можно редактировать сделку ее поля, на другой нельзя. Или это могут делать, например, не только менеджеры. Идем дальше. Есть ли интеграция с почтой? Google, Mail, Яндекс? Безусловно. То есть вы можете подключать на наших платных тарифах. В бесплатном тарифе Bittrex24 интеграции с почтой нет. Но на любом платном тарифе можно интегрировать почту в Bittrex24 CRM и все сообщения, всю коммуникацию от клиентов получать прямо в CRM и вести туда. Вопрос команде из Белгорода. Как формировать сделку, если она не оформлена на сайте, привязанном к Bittrex'у? Друзья, очень просто. Сделка в CRM может появиться вручную, если ее создает сам менеджер либо руководитель. Может появиться через наш инструмент, который называется генератор продаж, когда вы выбираете нужный вам сегмент клиентской базы и создаете под него сделки. Может появиться не только с сайта, а в виде сообщения, например, через онлайн-чат, через звонок, который поступил в вашу компанию. То есть источников для создания сделок очень-очень много. Для этого не обязательно только иметь сайт, подключенный, скажем, к Bittrex'у. Почему-то есть проблемы с почтой Google. Друзья, честно говоря, для меня это загадка.
но уточните, пожалуйста, у нашей команды технической поддержки. Вижу благодарности за вебинар. Да, мне тоже очень приятно, спасибо большое. Вижу, что коллег интересует аналитика. Она уже доступна, друзья. И вот буквально со вчерашнего дня, как я уже сказал, мы перенесли очень многие наши стандартные отчеты в раздел «Аналитику». Так, как подключить телефонию? Друзья, хороший вопрос. Вот здесь, в отличие от почты, вы можете подключать телефонию к вашему Bittrex24 даже на бесплатном тарифе. Напомню, что у нас есть бесплатный тариф Bittrex24, который называется «Проект». В нем может работать до 12 человек. CRM доступна и в нем. И для подключения телефонии все зависит от того, какую телефонию вы хотите подключать. Я рекомендую зайти на страницу bittrex24.ru в раздел «Поддержка». И в поддержке у нас есть статьи с скринкастами, с видео о том, как работает, например, подключение почты или телефонии. Прочитайте их, это будет гораздо быстрее и полезнее. Так, идем дальше. Почему-то у меня постоянно слетает вниз. Про конверсию отдела продаж я уже ответил. О том, что в этой презентации есть очень много очевидных вещей, безусловно, друзья, именно в этом и заключается наша идея вебинара в Level Up. То есть это вебинары о том, как достаточно просто разобраться в CRM. Вот задают вопрос про взаимодействие с 1С. Друзья, конечно же, оно есть. И у нас есть как двухсторонняя интеграция с 1С, так и режим, который называется 1С Backoffice. Это возможность прямо из CRM в отдельном окне переходить в 1С, редактировать там нужную вам информацию, которая будет впоследствии сохраняться как в 1С, так и в нужной вам сделке, либо в документе. То есть интеграция в 1С у нас есть. На всякий случай тоже скажу, что она доступна только на платных тарифах Bittrex24. Как можно загружать номенклатуру по товарам? Есть ли анализ прайс-листов поставщиков? Давайте отвечу на первую часть вопроса. Номенклатуру товара можно экспортировать в CRM или загрузить через ту самую интеграцию с 1С, о которой спрашивали минуту назад. То есть вы можете вручную забивать товары, вы можете залить их большим списком из, скажем, Excel файла или там из XML, например, документа. Или вы можете добавить товары из вашего 1С. А можно ли к бесплатному тарифу подключить Google документы и Google календарь? Да, можно. Вот. Про Google документы я не очень понимаю сценарий, какой конкретно будет использоваться. Просто заливать документы на диск, наверное. По идее, да. А календарь синхронизируется у нас в любом тарифе. А как цифры выполнения задач в рублях интегрируются с Bittrex'ом вручную? Если честно, не очень понял вопрос. Чтобы не проверять через УТ. То есть здесь речь, наверное, все-таки про интеграцию с 1С. Я рекомендую, чтобы лучше разобраться в вопросе, посмотреть специализированные вебинары про интеграцию с 1С. Вы можете найти уже прошедшие вебинары у нас на сайте. Насколько я помню, достаточно недавно, по-моему, в середине ноября у нас был вебинар, который так и назывался 1С Backoffice. По-моему, еще один похожий запланирован на декабрь. Точно так же на сайте bittrex24.ru вы можете найти список вебинаров, либо посмотреть прошедшие, либо записаться на новый. А как порекомендуете настроить воронку, если клиент берет товар практически каждый день? Друзья, это очень хороший вопрос. И на самом деле есть несколько циклов, которые могут быть. То есть есть в CRM возможность создавать регулярные сделки. То есть воронка тогда будет не просто последовательной, а в ней будут создаваться регулярные сделки, к примеру, на каждый день. Вот. И тогда воронка будет представлять из себя уже такую полноценную петлю лояльности. А можно делать это с помощью инструментария CRM-маркетинга, о чем у нас тоже будут, очевидно, отдельные вебинары. Лучше всего, если клиент берет товары каждый день, создавать достаточно короткую воронку, в которой не будет большое количество стадий, но в которой при, например, клиент забрал товар, у вас сделка выиграна, но тот же самый робот создает новую сделку для этого же клиента на следующий день. То есть тут есть разные сценарии. Все зависит от того, какая вот эта периодичность. Если каждый день, ну, я бы рекомендовал создавать, наверное, новые сделки и контролировать каждую сделку. Подскажите, есть отдел продаж и основное производство. Это консалтинговые проекты. Лучше оформлять одну сделку для продаж и производства или делать их разными? Я бы рекомендовал делать разные сделки. Я не показал такой функционал, как туннели продаж.
Это взаимодействие между разными направлениями сделок. Когда сделка выиграна в одном направлении, и, например, создается сделка в другом направлении. Если вы, к примеру, взяли от клиента деньги, но ему предстоит еще что-то произвести, да, это могут быть два разных направления. Я знаю большое количество компаний, много кейсов, где люди именно так и ведут бизнес. То есть в одном направлении они доводят клиента до продажи, в другом направлении, скажем, живут сервис или производство, или логистика, и там немножко другие, конечно, предусмотрены последовательности сделок. Так, смотрим еще вопросы. Друзья, не стесняйтесь, пишите ваши вопросы. Я благодарен за то, что их много. А на самом деле у нас сейчас с вами вот как раз подходит к концу первый час вебинара, но я предусмотрел чуть больше времени, когда буду готов отвечать на вопросы. Хочу вас попросить, пока что вы формируете ваши вопросы, поставьте, пожалуйста, вашу оценку по пятибалльной системе, был ли этот вебинар для вас полезен. То есть, если абсолютно бесполезен, если вы считаете, что вся эта информация, она очень хорошо известна или, например, не, как бы наоборот непонятна, ставьте единицу смело. Если вебинар был полезен, там все нужно, будете внедрять, применять, ставьте пятерку, четверку на ваше усмотрение. Друзья, спасибо большое за оценки, очень рад, что они преимущественно положительные. Также жду ваши вопросы. Так, я пока пробегусь по нашим вопросам, которые были заданы раньше. Может быть, я что-то пропустил. Вижу, что много было очень вопросов про запись, об этом я уже говорил. А есть комментарии, что с грамотно настроенной CRM отдел продаж будет по-любому сильнее. Друзья, однозначно, опыт показывает о том, что современный отдел продаж без CRM продает, ну, минимум на треть меньше, чем мог бы продавать с помощью CRM. Итак, да, вижу снова вопросы про запись. Друзья, запись будет, безусловно. Если вопросов больше не будет, я буду благодарен за то, что вы этот вебинар посетили. На всякий случай покажу еще раз слайд. Было несколько идей, связанных, к примеру, с сравнением отчетов за разные периоды. Друзья, такие идеи вы можете присылать на наш сайт idea.1c-bitrix.ru. Мы принимаем идеи в разработку, и те, которые получат максимальный приоритет, мы выпускаем в нашем продукте. Я возвращаюсь к вопросам. Можно ли отправлять коммерческое предложение из CRM? Спасибо за этот вопрос. Безусловно. Как я уже показывал на примере счета, в CRM даже есть сущность предложения. То есть помимо сделок, или, скажем, контактов, есть сущность предложения, товары, счета, и вы можете прямо в CRM формировать коммерческое предложение, причем за клиента это может делать робот. По уже готовому шаблону из сделки он просто будет забирать, к примеру, имя, фамилию, название компании, если нужно, даже ее реквизиты. Я имею в виду реквизиты не только вашей компании, но и той, которой вы отправляете коммерческое предложение. Собственно, товар, который вы собираетесь продать или услугу, сумму коммерческого предложения. Все, что нужно будет менеджеру, это просто перенести сделку на соответствующую стадию, где уже настроен робот формирования коммерческого предложения. Но либо это можно по старинке выбрать из уже готовых коммерческих предложений и отправлять их прямо из CRM, как и счета. А в одной сделке продажа разных брендов, но анализировать надо воронки в разных отчетах. Возможно ли это в одной сделке? Петр, это довольно интересный вопрос. То есть, если вы продаете разные бренды, то можно строить отчет, например, по пользовательским полям или даже по товарам. И вы можете сформировать отчет по конкретным брендам, которые вас интересуют. То есть, даже если эти бренды присутствовали в одной сделке. Там придется чуть-чуть потрудиться с настройками фильтров, но на самом деле все это реализуемо. А с какими программами можно синхронизировать? Друзья, с огромным количеством программ. У Bittrex24 есть порядка 300 разных интеграций с учетными программами вроде 1С, или программами бухгалтерии популярными, с телефонией, с разными программами, которые ведут учет, скажем, там, остатков на складах, подключаются к разным соцсетям. Вы можете найти список этих приложений на странице bittrex24.ru, есть раздел «Приложения». Там есть список всех наших интеграций. Можно ли дублировать комментарии в сделке и карточке компании? Друзья, да. И это, кстати, тоже можно делать с помощью робота. То есть я всегда люблю сценарии, когда менеджеру ничего не нужно делать руками. Есть робот, который называется «изменение документа». И при переносе на соответствующую стадию
Робот срабатывает. Вы можете даже настроить условия, при котором должен сработать робот. И робот меняет документ, например, добавляет данные о сделке в компанию. Или наоборот, если вы хотите сделки вытащить информацию о компании и добавить в сделку, это тоже возможно. Можно ли синхронизировать с магазинами в соцсетях? Друзья, да. Есть интеграция из ВКонтакте. Совсем недавно появилась даже интеграция Bittrex24 с Авито. И вы можете получать информацию о запросах, которые приходят на товары в Авито, прямо в Bittrex24 и сопровождать этих клиентов CRM. То есть интеграции с разными соцсетями очень много, с Инстаграмом, с Фейсбуком. И можно получать оттуда запросы, заказы клиентов. Можно даже создать прямо в Bittrex24 интернет-магазин, который будет подключен к социальным сетям. Можно прямо в этом интернет-магазине формировать странички на оплату ваших товаров и прямо в чате принимать от клиентов оплату. То есть современная CRM может делать очень много фантастических вещей. А робот может анализировать дебиторку и рассылать акты сверок и угрожающие письма. Петр, спасибо за комментарий. Поскольку вы не поставили знак вопроса, я предполагаю, что вы уже знаете ответ на этот. Да, робот действительно может это делать. То есть если у вас есть, к примеру, клиенты, по которым выставлены счета и уже товары отгружены, а до сих пор не оплачены, и, к примеру, CRM провела синхронизацию с 1С, не получила подтверждения, что есть какие-то оплаты по этим товарам, то робот может, к примеру, по заданному вами условию через день, через, скажем, 15 дней, на ваше усмотрение, отправить клиенту письмо, что, друзья, мы уже отправили вам ваш заказ, уже акты подписаны, счет давно лежит у вас на оплате, а денег до сих пор нет, будьте любезны оплатить. То есть робот может делать даже это. А вот клиенты пробовали настроить интеграцию с Instagram. Говорит, что там недоступны сообщения в Директ. Друзья, сообщения с Директ доступны через специальное приложение. То есть это не штатный функционал. Вы можете зайти в режим приложения, и там есть интеграция как раз с Инстаграмом, чтобы вы могли переписываться с клиентами в Директе. Вы можете почитать об этом прямо в статьях поддержки, либо я хочу подсказать еще один вариант, как можно настроить интеграцию с помощью наших партнеров. У Bittrex24 в России около 10 тысяч партнеров CRM-интеграторов, которые настраивают разные нужные вам интеграции. Вы можете найти список этих партнеров на странице bittrex24.ru «Партнеры» или прямо там на сайте оставить заявку на внедрение, на ту же интеграцию. И партнеры откликнутся, перезвонят вам, напишут и предложат свои варианты, как это можно сделать. Друзья, очень много вопросов. Вопросы хорошие, я благодарен за них. Спасибо большое. Давайте еще несколько минут возьму на ответы. Если ответы будут приходить с огромным удовольствием, вопросы будут приходить с огромным удовольствием, дам на них ответы. Возникает вопрос, эти приложения за отдельную плату? Есть разные приложения. Есть бесплатные приложения. Есть платные приложения. Очень часто мне, когда я выступаю на разных мероприятиях, задают вопрос, а как интегрироваться, к примеру, не только с Instagram, но и с WhatsApp. И у нас есть интеграция с WhatsApp через сервис Twilio. Сама интеграция бесплатная, но сообщения в нем платные. И есть 5 партнерских интеграций. Часть из них бесплатная, часть из них платная. То есть у вас всегда есть выбор, вы всегда можете выбирать. Большое количество приложений, которые есть в маркетплейсе Bittrex24, бесплатные. Берут ли партнеры деньги за интеграцию? Да, берут. Как правило, это работа их сотрудников, которая, безусловно, стоит денег. И вы всегда можете с партнером согласовать индивидуальные условия, по каким интеграциям вам нужно с ними поработать и, собственно, понять, сколько это стоит. Опять же, хороший режим оставить заявку на внедрение Bittrex24 прямо на нашем сайте. Когда вы зайдете на сайт bittrex24.ru, вы увидите там в правом нижнем углу всплывающий чат, где возникает предложение оставить эту заявку. Мы всегда передаем такие заявки 5 партнерам, для того, чтобы у вас был выбор. Потому что кто-то предложит дороже, кто-то дешевле, кто-то быстрее, кто-то дольше, кто-то очень качественно, кто-то может быть менее качественно. Мы хотим, чтобы у клиента всегда был выбор. Так, друзья, подожду еще пару минут для того, чтобы ответить на вопросы. Еще раз скажу, что запись этого вебинара будет доступна всем тем, кто у нас регистрировался. Вы получите ее от нас по адресу электронной почты, которую указали в регистрации. Я от себя благодарю всех за участие в этом вебинаре.
Мое личное глубокое убеждение, как человека, который руководил многими отделами продаж, или когда в одной команде было большое количество отделов продаж, то современный отдел продаж без CRM просто не выживет. Он будет погребен под огромным количеством рутины и будет неконкурентен в сравнении с другими игроками рынка, у которых CRM уже есть, которые быстрее отвечают на вопросы, всегда перезванивают, когда клиент просит перезвонить, огромное количество раз. Ну, даже на этой неделе у меня был случай, когда мне перезвонили из одного детского центра, в котором пригласили моих детей провести день рождения. Я был занят, попросил перезвонить через полчаса мне не перезвонили. Такая компания теряет возможность получить меня как клиента, потому что потом я опять могу занят и так далее. А тут я, может быть, специально ждал звонка. CRM покажет, когда нужно перезвонить, вот, и, собственно, что нужно сделать менеджеру отдела продаж. Итак. Я на всякий случай вернусь в нашу CRM. Просто еще раз покажу, как выглядит у нас направление сделок. Вы видите, здесь есть последовательность сделок. Где найти настройки прав доступа и направления сделок в режиме настройки, либо направление сделок, либо права. Где найти отчеты в режиме аналитика. Где найти, собственно, сами сделки. Ну, как вы уже догадываетесь, в режиме сделки. Возвращаюсь к нашим вопросам. Вопрос про коробочную версию. Можно ли взять коробочную версию B324 для теста? У нас платная версия до 50 сотрудников, но не устраивает скорость получения почты и работы CRM. Да, коробочную версию B324 можно взять для теста на 30 дней с сайта 1s-bittrex.ru. То есть вы можете получить демо-доступ на 30 дней, развернуть коробочную версию на своем сервере, потому что все облачные Bittrex24 хранятся на наших серверах, и, возможно, есть какие-то проблемы в работе интернет-провайдера. Вы можете поставить прямо на свой сервер, и, собственно, скорость работы будет зависеть только от производительности вашего сервера. Причем у нас есть коробочные версии как до 50 сотрудников, так и на большее количество людей. Вы можете протестировать ту, которая вам нужна, Петр. Ну что ж, друзья, я еще раз от всей команды организаторов этого вебинара, от компании Bittrex24, говорю вам спасибо за то, что присоединились к этому вебинару. Напоминаю, что вы получили плюс 100 к вашим скиллам руководителя отдела продаж. И напоминаю, что завтра черная пятница, и если вы еще не пользовались Bittrex24 и не покупали наши платные тарифы, в которых есть большая часть функционала, даже не описанного мной в этом вебинаре, загляните на наш сайт, найдете там очень интересное предложение. Я перейду еще раз в режим вопросов. Спасибо вам большое, друзья, за то, что были с нами, и до новых встреч на вебинарах Bittrex24, на вебинарах Level Up. Спасибо большое.